Роддом! Офигеть, таких заказов у нас еще не было. Это точно. Ну ладно, пойдем поработаем. Пойдем. А, кстати, а как твой глаз-то там? Да нормально, уже привык. Ну отлично. Здрасте, здрасте, здрасте. Добрый вечер. Мы охотники на нечисть, нас тут вызывали к беременной пациентке. Да. Да, нам надо пройти. По работе. Мы по работе. Все по работе. Что? Не впустите? Почему? А вон, добрый вечер, мужчина. У нас работа такая. А, здрасте, вы нас вызывали? Ну, не надо ругаться, пожалуйста, не надо конфликтов, как бы мы понимаем, что у них работа, кого попало, не впускать, поэтому все нормально. Ребята, а у нас работа помогать... Безопасность прежде всего. Да, помогать всяким людям. Да-да, все, пойдемте. Здрасте, еще раз хорошего вам вечера. До свидания. Вы, я так понимаю, муж. Да, ваша жена все расскажет, а... Она, получается, уже на последнем сроке беременности, да, вы говорили, что у нее живот уже большой? Так, подождите, прежде чем мы ее посмотрим, мы должны вам сказать, что мы работаем по предоплате. У нас всякое бывает, такой бизнес, поэтому сначала с вас 16 тысяч. Но если окажется, что мы ничем не можем быть полезны, то мы все деньги вернем, да, все честно. Конечно. Все, спасибо. Давайте, проводите нас, пожалуйста, к вашей жене. Пусть она нам все расскажет. Ага. Мы постараемся сделать все, что можем. Слушай, видимо, какой-то богатый. Ладно, пойдем. Ну да. Здравствуйте, дамы. Ух, как вас тут много. Добрый вечер. Добрый вечер. Извините за беспокойство, мы к пациенту. Добрый день. Здрасте. Ой, в смысле, вечер. Меня зовут Никита, это мой брат Миша. Здравствуйте. Я так понимаю, вы и есть наша пациентка. Вас зовут Нина. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, что вас беспокоит? Почему вы вызвали охотников на нечисть? Внутрь вас что-то забралось? Ну, судя по вашему животу, это... ребенок. Ребенок? Конечно. Вполне себе. Это не ваш ребенок, вы мать чувствуете? А ее обследовали, интересно? Секундочку. Здрасте, вы же медсестра? Медсестра, вы ее обследовали? Да? Миллион раз? Может быть, УЗИ делали ей? Надо сделать УЗИ, да, в миллион первый раз и показать ей. Так это, покажите ей, что все в порядке, реально. А то что она беспокоится? Ну, зачем вы просто на нее давите морально? Хорошо. Убедимся, демон, не демон, УЗИ покажет. Так, товарищ муж, пожалуйста, возьмите вашу жену под руки и проводите в кабинет УЗИ. Все. Так, девочки, спасибо, что помогаете морально. Вы большие молодцы, так и надо. Друг друга поддерживать всегда нужно, правильно? Миха, блин, ну кажется, это психосоматика. Да, или что-то с головой у нее. Эх, жалко. Останемся без денег. Ну ладно, мы честные. Да, конечно. Всё, пойдем. Пойдем посмотрим, что там делают. Это что такое? Ё-моё, выглядит жутковато. Не очень похоже на ребенка, вроде как. Это ребеночек? Точно? Что там как-то он странно шевелится. Хотя я не разбираюсь. Очень красив. Ну, что-то есть такое, да? Детское, что такое миленькое. Ну да, всё вон хорошо. Там голову можно всё хорошо. Разглядеть. Ну, врачи говорят, что это ребенок, и на УЗИ кажется это, ребенок вроде. Да, очень красивый ребенок. Все, давайте, надо проводить вас обратно, вам надо полежать и успокоиться, все нормально. Вам выдадут сейчас лекарства, попьете витаминки, все хорошо будет. Ну, что мы можем сделать? Ну, простите. Пожалуйста, ну тут мы ничем помочь не можем, поэтому заберите, пожалуйста, ваши деньги. Вот, это чисто психика, это... Да, ну, заберите, пожалуйста, но мы не можем их взять, это вообще бессовестно было бы. Ну что мы можем сделать, господи, а? Ну, мы можем МРТ сделать. Зачем? Мы УЗИ уже сделали, показали, она не верит ни в какую. Какой смысл? Заберите, пожалуйста, деньги, мы не можем их взять. Ну, мужчина, какой-нибудь... Ну, какой обряд, а? Слушай, может, сделаем какой-нибудь... Такой гемеопатический изгон дьявола, а? Чисто для вида. А у меня, кстати, для этого кое-что есть. Давай сделаем реально. Хорошо, мы согласны, но это чистое фуфлыженчество. Это ваше решение. Хорошо, пойдем. Еще раз добрый вечер, дамы. Это снова мы. Здравствуйте. Ниночка. Мы поговорили с вашим мужем и посовещались. Мы знаем один обряд, как изгнать из вас любого демона. Если он там есть, его больше не будет. Хорошо. Да, все, поспешим. Так, Михаил, ну что, вы готовы? Готов. Сейчас будет обряд изгнания. Так, женщины, вы не пугайтесь. Подождите, никто не бойтесь. Ставим свечки. Не бойтесь, здесь хоть это и страшные штуки, но это все для обряда. Это просто реквизит. Просто реквизит. Так, в эту сторону ставим вот еще один такой. И самое главное, вот сюда идет вот такой паучок. Ух ты, офигеть, это же бешеный паук-изгонятель демонов. Ну все, вы под надежной защитой. Изгонятель демонов, уроженец. Точно, именно он. Так, ну что, вы готовы? Все, я начинаю. Давай. Ахалай-махалай, ребенок-демон.
Вылезай! Блин, снимите! Какого хрена? Это же фейк его! Ё-моё! Закрой дверь! Это фейк бред был! Блин, как это произошло-то? Нина, сделайте что ли быстрее бы... Умерла? Как? О, нет. Нам очень жаль. Так, быстрее вызывай полицию, срочно, полицию! Так, сейчас вызову. Сейчас. Так, по громкой связи объявите, чтобы эвакуировали всех из больницы. Так, им чего? Получается рожать, их нельзя эвакуировать. Так долго? Ждем вас! Так, извините, пожалуйста, ну, кто же знал, ну, мы просто, это был фейковый обряд, мы ничего, что сказали? А полиция сказала, через полчаса приедут только. Полчаса? Так, ладно. Да. Мы охотники за нечистью, мы разберемся. Оставайтесь в этом помещении. Так, двери мы запрем. Никуда не уходите. Мы пойдем и найдем эту тварь. Следите за ними. Да куда вы с нами? Тут сидите, помогайте женщинам. Пожалуйста, мужчина, оставайтесь здесь. Чем вы нам поможете вообще? Чем вы нам поможете, господи? Так, все, давайте. Есть чем? Припереть. Смотри, у него пистолет. Ни хрена, откуда у вас пистолет? Ладно. Ну ладно, такая помощь не помешает. Хорошо, пойдемте. Всему персоналу срочная эвакуация. Всем покинуть здание. Немедленно. Закрыл, надежно. Так, ребята, надо найти эту мужик. Мужик, ну не кисни. Сейчас мы отомстим. Давай ты лучше нам поможешь. Отомстим и полегчает. Мы идем вперед, а ты и идешь тоже с нами вперед и смотришь назад, чтобы прикрыть нам тыл. Понял? Понял? Все, вперед. Вместе мы найдем эту тварь. Гадина даже следов не оставила. Как так-то она перемещается? Здесь не видно вроде. Ой! Что это было? Мужик! Там какой-то звук был, выстрела! Блин, куда он пошел? Ё-моё! Он что, застрелился что ли? Нафига! Да. Не пережил, значит. Ё-моё, что за крики там? Пойдем посмотрим. Девчонки! Может, помощь нужна? Все в порядке, это мы, открывайте! Открывайте, сейчас поможем! Открывайте! Так, что, куда, кого стрелять? Что кричали? Не понял, а где монстры? Чего кричали-то? Пописать? Серьезно? Из-за этого вы кричали на весь родильный отдел? А как же судно для лежачих больных? Это кто хочет? Третий застрелился, понимаете? А, это вы хотите? Не хотите при всех? Ну вот прям нам больше заняться нечем. Ладно, хорошо, что, не проблема, давайте проводим, тут недалеко. Да, только девушка, осторожно, осторожно. Осторожно, там тело справа, не смотрите лучше. Все, закрывайтесь. Запирайтесь. Не смотрите вправо, не смотрите. Да, не смотрите, я закрою его. Все, дошли, пожалуйста, мы вас поохраняем. Только быстро, пожалуйста, быстро. Все, давайте туда-обратно. Зашли, вышли. Мы тут стоим, у входа. Одна не пойдете? Ух, ладно. Кто? Тогда ты на стрелку, постой. Постой, пожалуйста, да. Ладно, давайте, хорошо, проходите, я с вами. Только быстрее постарайтесь там. Окей, окей. Так, ну вот. Пожалуйста, заходите, вот вам трон, присаживайтесь, устраивайтесь. Ну чего? Чего нет? Я первый? Вы что, думаете, он заминирован, что ли? Да нет, все нормально, садитесь, пожалуйста, садитесь. Ой, ладно, хорошо, только не послушивайте. Ну типа, все, я закончил, все, нормально, все проверил, все, можете спокойно отдыхать. Да-да-да, только быстрее, пожалуйста, все. Жду снаружи. Капец просто. Блин, дичь. Ну чё там? Да заставила меня унитаз проверять, как будто, не знаю, там, заминирован. Офигеть. Ну её можно понять. Ой, ну и денёк. Ой, тихо, чё это? Пушки к бою. Так, девушка. Я готов, я готов. О, нет, охренеть. Чего? Сбегать. Чёрт возьми, на, получай. Да подохни, ты подохни, ё-моё! Ну, где он там? Сжёгся? Убежал в канализацию! Ну, кто сранец? Слушай, ну я 100% по нему попал, несколько раз, 100%! Ему вообще плевать! Слушай! Как так? Я, кажется, понял, в чем дело! Даже в Гарри Поттере про это писали! У младенцев у них просто родимая защита к магии и всей такой штуки, понимаешь? То есть им вообще же ли пофиг этим да, мелким монстрам? Да, и заклинание пофиг, вообще, что-то другое нужно... Открывайте, быть. Открывайте! И что делать? Нету вашей подруги больше. И больше в туалет не ходим. Писайте в утки. Черт возьми. Опять эта тварь там была. Ай, теперь, кажется, уже вторая, прикиньте. И что, много? Слушай, ну остается только ждать полицию.
Ну что, дамочки, просто остается сидеть тут и ждать... Как много! Блин, из всех животов! Охренеть! Что это было? Еще три трупа! Почему все здесь? Так, стоп! Еще одна девушка была! Куда она делась? Еще... Вон она! Бежала? Девушка... Что с вами? Как вы спаслись? Офигеть! Почему вы выжили? Так, давайте вы тут и останетесь, да, лучше тут и сидите. Ёкаламэне. В чем ее отличие? Не ходила в туалет? При чем здесь туалет вообще? Так, что будем делать? Мы не можем ее бросить. Ну, по ним вообще ничего не попадает. Я больше никогда не буду ходить в туалет. Надо, придется, Миха, что будем делать? Давай, надо думать. Да что делать? Ну, нужно сидеть и ждать полицию, вот что делать. Сидеть и ждать? Я не могу чувствовать себя беспомощным. Так, знаешь что? Да в смысле, они скорее через полчаса приедут. Все, иди сюда, будем ждать полицию. Тебе это больше не понадобится. Вот другое дело. Надо было просто нормальные пушки брать на дело, а не эти наши пугалки. Ты думаешь, это нам поможет, что ли? Поможет, поможет. Может, лучше подождем полицию? Я уже знаю, как его искать. Смотри, смотри. Чего вы? Ух ты! Они что, собираются в кучу? Походу. Их до хрена. Ё-моё, зачем? Где-то там, за стеной. Так. Зачем они это делают? Тут всего один из патронов. Ну, думаю, на каждого хватит. Все, пойдем. Блин, значит, наше оружие бесполезное. Судя по локатору, он где-то там, но налево дверей нету. Аккуратно пойдем. Значит, направо. В УЗИ. Ой! Только у тебя... Я слеп, я ничего не вижу. Что за фигня? Я кое-что вижу, но очень темно стало. Это что такое? Глаза. Это как это вообще могло произойти, Миха? Это, кажется, черная магия, слышишь? Очень черная. Да, мои глаза. Но он там по-любому. И что ты предлагаешь в таком виде нам туда идти? А что еще делать? Давай, у меня есть оружие, открывай. Раз. Ладно. Два. Три. Открыл. Ты видишь что-нибудь? Фу, а вонь такая оттуда идет. Блин, мне страшно. Может, не пойдем? Ой, ты слышал? Пойдем. Да, что-то слизкое. Тихо. Как будто ползет. Ты слышишь? Нет. Ползет. Закрывай! Как слону дробина. Так, у меня есть план. Голова. План. Слушай, хватай металлические предметы, любые, вот это, и кидай ему в рожу. Так, блин, я пока попытаюсь. Да все, кидай, быстрее, кидать. В рот кидай ему. Он все сжирает. Так, еще кидай. Так, все правильно, кидай. Он сжирает, блин. Еще больше кидай, и урну тоже кидай, я тебе помогу сейчас. Блин, мы мешаем друг другу. Кидай ему. Так, и... Стреляй на всякий случай в него. Да у меня патрон больше есть. Ника, ты где? Я тут. Так, заводи его сюда. Кабинет МРТ. Все правильно, все по плану. Пусть кушает. Я понял, что ты придумал. Заползай. И быстрее сюда. Забегай. Ну ты гений. Все, закрыли. Жми на кнопку, жми быстрее. Ты придумал, все, я жму. Ни хрена, фейерверк! Просто мясо! Ну ты придумал! Вот это я, конечно, понимаю, борьба способ. С нечистью! Здрасте! Вы прям вовремя! Здравствуйте, наконец-то! Ну, обследование тут, видите, пошло не по плану маленько. Да, ну я думаю, страховка у него есть, покроет. Так, ладно, все, нам пора помыться, да, домой. Да ничего, блин, как говорится, работали за бесплатно целый день. Хотя, за 16 тысяч, все равно, блин, за копейки. Да. Жесть. Ух, извините, пожалуйста, что не смогли спасти ваших подружек, но очень рады, что вы выжили. Это, конечно, печально все. Но все равно, всего вам хорошего. Хороших родов. Все, до свидания. Слушай, пора нам предоплату уже увеличивать, ё-моё. 16 тысяч за один заказ, да еще и на двоих, вообще копейки. Я так никогда себе на новый глаз не накоплю. Ну, слушай, братан, мы же не справляемся-то, в общем-то. Не справляемся? Ну да. Здрасте. О. Добрый вечер. Что такое? Здравствуйте. Претензии не принимаются. Жену спасли? Что? Это та женщина, ого, которая выжила. Большой ей привет. Спасибо огромное. Спасибо огромное. До свидания. Вам нужно бы ее пойти сейчас успокоить. Она многое пережила. Да, вы бы с ней побыли. Там, типа, у нее стресс огромный. Да, все, до свидания. До свидания. Жесть. Уху!
Береги, 50к дал! Офигеть! Вот тебе, как говорится, и на глаз привалило. Супер! Так, проверю, сейчас машина нормально. Так, ты канистру с бензином купил? Чё проверил? Топливо кончилось. О, ё-моё. Ну, теперь хотя бы есть на что его купить. Ладно, сейчас бегаю на заправку тогда. И шоколадку мне купи, пожалуйста. Ага, хорошо.